Итак, всем привет, с вами снова Евгений Иванов. Мы продолжаем играть в Another Ghost Strike с 2013. И сегодня у нас матч против очередной команды человека с Эотам, с которым мы вчера играли. Снова без тренера, но в этот раз он тут какую-то свою бурю времени прям собрал, я смотрю. Ну, в резерве, конечно, у него далеко не буря времени. Но все-таки будем играть как раньше, только в этот раз без особого усилия. Ну, нет, я не так сказал, извините. Без цепи ударов в основном, потому что у нас Инаба будет в защите, может быть, Канана в защиту потом буду ставить. Ну, может, потом пригодятся для цепей, так вот. Но они, конечно, больше мне для защиты нужны будут. Из-за того, что противник забрал всех игроков бурю времени, а я, решивший, что лучше играть без повторов, вот взял себе таких вот игроков. Не знаю, но будет очень сложно защищаться. Ну, в общем, посмотрим, как дела пойдут. Хотя, если вспоминать, какие техники он ставил, вот у Занарка тут аватар, у Фея просто обычный экстремальный кролик, у Таю аватар, у Кинака дабл драйв. Ну хотя, что там атаки Кинака против Энда тут. Вот. Вот Хакури опасен, там драконий залп на доспехах. У Сару, кстати, он не ставил аватар. Ну там, опять же, версии с прохождения, поэтому я смотрю видео, смотрю, какие техники есть, каких нету. Я должен играть именно с той версией, которая в самом видео присутствует. А так что ничего особо страшного нет. Ну, посмотрим. Играть реально будет тут тяжело. Все на миксимаксах. Сразу есть смысл идти вниз. Попробовать атаковать с той стороны. Ну, Цуруги нас уже сразу пойдет блочить, разумеется. А может и не Цуруги вообще. Начнем с этого. Сейчас это уже все не важно. Так, ну они идут сразу пробовать с Шинда счета чейн. Сразу опасная цепь. Хотя, может повезет, может будет все-таки фортиссимо. Шинда, о. Нет, не повезет. Ну, Энда, держись. Будет бобо тебе сейчас. По крайней мере, он хотя бы молнию успел накопить. Так, отлично, остановили первый удар. Это главное. Сейчас это главное, самое. Так. Но не все так радужно, как видите. Ладно, попробуют еще одну цепь.
может в этот раз получится. Ну, сейчас шансов побольше уже, потому что тут расстояние гипотенузное, блин. Нас атакует теорема Пифагора. И Пифагор забивает нам гол. Понятно. Да. Не смогли мы прорваться там. Ничего. Еще надежда. То, что, может быть, когда-нибудь прорвемся. Так. Ну, Стэнмор не забьет. И это главное. Скоро Энда наша будет пополнять ТП. Пока нам придется очень много терпеть. Ух ты, уже молния. Неплохо. Прошла Фран. Есть. Брали мяч. Так, неплохо и надо. Ладно, хоть нам надо все равно их Максимакси выкачивать пока. Пока Фран и Бету лучше особо не использовать. Жаль, конечно, что Шински не стащили. Ну ладно, сейчас не это самое главное. Для них. У нас второй гол. По крайней мере, Энды не надо пополнять ТП пока. Это важно. Я стараюсь атаковать именно через нижний фланг, потому что здесь мы истощаем Максимакс Кинака. А, ну еще и Кирин, соответственно. Нет, Кинака по центру. Да, здесь надо Кирина истощать.
Определенно. Вот еще один гол. Ну, тут они уже, к сожалению, истощают темп, да. Пока буду просто истощать их миксимаксы, наверное. У нас Юкимура, кажется, капитан. Да. Пока у них миксимаксы, мы свою игру не будем начинать. Не истощают энда, это хорошо. И не забивает, что еще лучше. Но он сейчас уже истощает, да. И главное, чтобы у него ТП на еще один раз. Да, хватит, отлично. Но, к сожалению, уже ему забили. Ну ладно. Ничего. Ну, будем дальше Кирина истощать тогда. И не только Кирина. Конечно же.
Так, потихоньку, потихоньку. Ну, основные атакующие Миксимакс мы уже вышибли, можно сказать. Ну, потихоньку будем уже начинать атаковать. Уже пора. С этого фланга уже можно атаковать начинать. Ну вот первая атака адекватная, уже сразу гол. Не достанет наш друг Инаба, я думаю. Да. Уже поздно приходить на помощь. Ну, я аватаром даже забил. А, нет, вот, Инаба все-таки успевает помочь. Но сможет ли он полностью остановить? По идее, должен. Нет, увы, не смог. Ладно, Бетта теперь будет забивать. Стоит забывать про пополнение ТП-шински. Надо было ухаяваться, не нажимать на Ctrl.
Рано успевает ударить. Под конец тайма. Это не может не радовать. Но мы уже потихоньку начинаем догонять. Да. Такие дела, Шински. Мы всего лишь контратакуем. Чужим нужно расходовать микс-макс в нишике. Так, скоро пополняет ПНД. Снова. Фига себе. А как он это сделал? Вообще-то я не понимаю. Так, там же Кирин, да. Мы же договорились туда больше не идти. С кем я об этом договаривался, я не знаю. Число. Ну, неплохой, конечно, подкат. Давай быстрей. Бить надо их Тенму. Ну чё, мог бы там Кирину мяч отдали, а тут Тоф. Без разницы, кому мяч отдавать. На самом-то деле. Всё, Тоф без Миксимакса уже. Правда, нам сейчас, скорее всего, забьют. Нет. Не забьют. Скорее всего. Близится. Пополнение ТП. Скоро, очень скоро. Ну что я могу сказать? Все, поздравляю, все миксимаксы истощены. Теперь точно все. Ничего нам это стоило, правда. Даже не знаю, куда мяч. А, вот, теперь знаю.
Так, сколько там ТП у Тенма? Нормально. Блин, вот это плохо. Это очень плохо. Гамаки не успел накопить энергию, жаль. Чуть-чуть оставалось накопить. Они взяли и успели ударить, зараза. Но хотя бы не забить. На том спасибо. Полный антипашинским снова. Ух. Так. Сколько у Юкимура я смотреть не буду пока что. Ну ладно, окей. Из любопытства можно глянуть. Нет, нормально, все 77. Тут Сургин надо пополнять ТП. Ну, уже и таю, кстати. Который, к счастью, для меня не забивает в этот раз. Так, скружи и энда надо будет выполнять снова. О, идеально. Абсолютно вся защита ушла. Ничего, ничего, скоро мы вас обработаем. Последний восполнитель уходит энд. Ладно, не будут они пока сроки менять. Допустим. Ну вот Тенму однозначно будут менять.
нахакаю. Без темы фей бесполезен. В плане атак. Хотя фей так не очень-то был бы полезен. Ладно, если на доспехах этот экстремальный кролик, а так нет. Конечно бы и нам лучше не тянуть особо. Скоро Шинский уже прощается с успехами. Ну, он уже с ними, можно сказать, попрощался. Останется у него только Муксимакс. Ну все, Суруги будет исключен из команды. В том числе за то, что они не забьют этот гол. Кто там получается должен выйти будет. Так, неважно, сейчас главное на Микаву подсадать. Пойти попробовать забить на Микавой. Надеюсь, Кирина не помешает. Кинака помешает. Блин, а тут еще Нишики, смотри. Ну, что есть он, что его нет. Гамаки, ты че такой дерзкий? Он бы еще Нишики за поле выкинул. Так, вместо Цуруги, да? Да. Теперь Шиндо бесполезен, Саро бесполезен. У них остались только Занарк и Нишик, и все. Ну и Хакуря. Всего три игрока у них осталось. Уже и Кинака. А, ну да. Дабл драйв ей уже не с кем делать. Хотя она его бы никогда в жизни, наверное, не сделала. Че, энергия? А, не сюда. Отнести надо. Погнали. Сравняем счет. Ну все, вот и догнали их. А, доспехи все еще. Ну ничего. Пакерка. Ну что толк? Это же гол. Вот и сравняли счет. Наконец-таки. Кава не такой. Он будет стараться помочь до конца. Так, ну, по крайней мере, Энды не истощится. Если нам забьют.
отлично. Еще и Наба может попробовать помочь. Тащи и Наба, плиз. Ай. Не справился, зараза. Ну ладно, ничего. Я все прекрасно не понимаю. Так. Лучше отдадим мяч сейчас, чем позволю Таю сделать свои грязные дела. Так, Шиндо бесполезен. Ну, Занарк будет накапливать. Тогда. Вот Хаябуса-то, конечно, зря отошел. А чё я удерживаю? Кому там надо? Чё-то я не очень понял. Зачем я это сделал? Ладно, посмотрим там сейчас. А, это для Бета было. Ну, Бетти не надо. Да, Бетти не надо. Теперь надо. А стоит? Нет. Сейчас посмотрим. Нет. Я не успел уже поставить. Слишком маленькое расстояние. Ладно, в следующий раз тогда. Получай. Отвернулся. А, нет, успел. Ну, теперь канон сюда идет. Пока не для цепей, но хотя бы просто так. Чтобы помогать защите. Хакур еще не готов. Блин, жаль, что фол. Сейчас бы могли пойти забить. Но они будут готовить Хакуру. Короче. Мы можем, в принципе, и проиграть. Зачем? Нет, я знаю, зачем. Я имею в виду, зачем. Фран, ну ты слишком сильно. Свои способности не контролируешь вообще. Блин, ну вот сейчас, конечно, уже тяжело будет. Надо очень быстро забивать. Они еще истощают энда. Блин. Любой гол может уже решить исход матча. Абсолютно любой. Так, давайте на Кирина пойдем. Все, погнали. Ну, если нам один гол забьют, это конец. Нам нужно будет быстро контратаковать, иначе мы не выиграем.
Или нам придется применять другую тактику в следующий раз. Так. Сейчас главное, чтобы времени хватило. На контратаку, если нам не забьют. Если нам забьют, это поражение. Сейчас волнительный момент, конечно, очень. Так, остановили. Быстро, быстро, быстро. На как... Блин. Нет, все-таки мы проиграли, жаль. Были близки к победе. Но, увы. Увы, но не вышло. Да. Ладно. Пускай это поражение, но я оставлю этот матч на своем канале. Попробую взять реванш. Ладно, всем пока.